Теперь о спорте. Состоялись матчи 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу. Бакинский «Сабах» не сумел выйти в четвертьфинал, уступив гянджинскому «Кяпязу» со счетом 1-2. В отличие от «Сабаха», два других представителя высшей лиги прошли дальше. Зря обыграл 4-0 «Локбатан», а «Габала» выиграла у тулузского «Турана» 2-0. Тем днем ранее выход в 1/4 финала оформил «Сабаил», который теперь встретится с «Сумгаитом». Также в четвертьфиналах «Карабах» сыграет с «Габалой», «Кешля» встретится с «Кяпязем», а соперником бакинского «Нефчи» станет «Зиря». Bütün kuvveyle mi?